Так, у нас сегодня с вами уже урок номер 3, и сегодня с нами большое счастье. Мы наконец-то добрались до самих внутрикодов, поэтому ими сегодня и будем заниматься. Mums šodien jau ir trešā nodarbība, un lielā laime mēs beidzot runāsim tieši par nutrikodiem. Тема нашего сегодняшнего урока – чистые витамины, поэтому мы начинаем непосредственно с витаминных, минеральных комплексов и разбора тех продуктов, которые имеют к этой теме отношение. Šodien mēs runāsim par tīriem vitamīniem un par tiem kompleksiem, kas attiecās uz šo tēmu. Поскольку у нас витаминов чистых на самом деле достаточно, но прежде чем мы к ним приступим, нам нужно вообще разобрать тему, что такое витамины, что такое минералы и какие они бывают. Поэтому сегодня мы с вами будем рассматривать всего лишь 3 продукта, а на следующий урок, уже номер 4, мы продолжим эту тему. То есть у нас такой продленный немножко урок или 2 урока вместе будет на одну тему. To tīro vitamīnu ir diezgan daudz, un tieši šodien mēs sāksim runāt par to, kas vispār ir tieši tīrie vitamīni, un runāsim tikai par dažiem produktiem no visu sortimenta, un tad nākamajā nodarbībā turpināsim šo pašu sarunu. Tad tas nozīmē, ka mums būs 2 nodarbības par vienu tēmu. Какая у нас сегодня с вами задача? Нам нужно разобраться в следующих вопросах. Какая роль витаминов и минералов в нашей жизни? Какие бывают витамины, жирорастворимые, водорастворимые? Что такое витамины, что ими не является, но очень хочет туда попасть, в эту группу? Как усваиваются витамины, что такое минералы? И разберем с вами сегодня 3 продукта. Липосомальный витамин С и витамин D3 в капсулах и в желейках. Šodien mēs parunāsim par vitamīnu un minerālu vielu lomu mūsu dzīvē, par taukos un ūdens čistošiem vitamīniem, par to, kas ir vitamīni un nevitamīni, kā tie tiek sagramoti, un vairāk parunāsim arī par liposomālo C vitamīnu un par D3 vitamīnu kapsulās un želeju konfektēs. Начнем мы с вами с темы витамины. Что это такое, для чего необходимо и какие они бывают? Sāksim mēs runāt par to, kas ir vitamīni, kas tādi ir un no kā viņi sastāv. Витамины от самого названия данной группы биологических веществ «Вита» – «Жизнь». И плюс у них еще есть такая частичка, как амин. Это то, что необходимо нам для жизни. Pats vārds vitamīns sastāv no latīņu valoda vita, dzīve, un tāds pielikums amin. Un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams, lai dzīvotu. Витамины – это те вещества, которые имеют очень высокую биологическую активность, то есть незаменимые вещества, дефицит которых вызывает различные заболевания, а иногда даже смерть. Но, конечно, это в редких случаях, но если будет много различных витаминов в дефиците, то, конечно же, это приведет к серьезным заболеваниям и к смерти. Витамины – это вещества, которым augsta биологическая активитате. Un tas ir būtiskas vielas, nepieciešamas un neizvietojamas, un to trūkums izraisa slimības un pat nāvi. Nāvi, protams, retākos gadījumos, bet ja ir vairāku vitamīnu trūkums uzreiz, tad diemžēl tā arī varētu būt. Если просмотреть различные фармакопеи и другие важные книги именно по классификации важных веществ для нашего организма, то последние данные, подтвержденные, представлены 2018 годом, и в этих всех учебных материалах и научных статьях разделяют все витамины на 13 всего лишь витаминов. Хотя еще в очереди на звание витамины стоят как минимум от 20 до 80 различных веществ. Но ученые до сих пор их изучают и спорят на эту тему.
Ja izskatīties visādas grāmatas un zinātniskus rakstus, tad uz doto brīdi no 2018. Gada ir zinām 13 vitamīni, bet rindā stāv vēl 20-80 vitamīni, par ko zinātnieki joprojām spriež. Сегодня все витамины, которые туда попали, да, в эту группу с 13 витаминов, разделяют на способность растворяться либо в воде, водорастворимые, либо в жире, жирорастворимые витамины. No tiem 13 vitamīniem ir sadalās divās grupās, divos tipos – ūdens čistošie un taukos čistošie vitamīni. Так. К витаминам не относятся, то есть те компоненты, которые имеют тоже высокую биологическую активность, но еще не попали в число тех 13, это жирные кислоты, например, омега-3, которые ошибочно еще называют витаминами, аминокислоты, например, тот же карнитин, он не является витамином, но туда очень хочет сильно попасть, и различные другие биологически активные вещества, даже если они незаменимые, то они все равно не относятся к витаминам. Taukskābes, aminoskābes un citas bioloģiski aktīvas vielas, pat ja tas ir ļoti nepieciešams organizmam, nav vitamīni. Витамины, водорастворимые витамины, это витамин С и витамины группы В. Здесь очень много витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9 и В12. Это все витамины группы В. И жирорастворимые витамины, витамин А, витамин Д, витамин К и витамин Е. Удэнс чистошие витамины, те ир С витамин и В группа с витамины, В группа ир. Vairāki vitamīni. Un taukos čistošie vitamīni tie ir A un D un K, J vitamīni. А если говорить о водорастворимых витаминах и жирорастворимых, чем они отличаются и что важно для нас с вами, как для нутрициологов? Водорастворимые, они растворяются в воде, соответственно, они быстро проходят весь процесс обмена и выводятся из организма через почки. Runājot par ūdens čistošiem vitamīniem, svarīgi zināt, ka tie viegli šķīst ūdenī un ātri izvadās no organizmā caur nierēm. Поэтому, если вы будете этими витаминами злоупотреблять, то в этих самых почках у вас будут образовываться камни. Или же, если у вас есть там камни, то они тоже будут быстро двигаться и будут вызывать соответствующие воспалительные процессы, потому что сильно много данных витаминов вы принимаете. Un, ja šo vitamīnu būs pārāk daudz organizmā, tad var veidoties akmeņi, vai tie sāks ātri kustēties. Tāpēc šo ūdens čistošo vitamīnu nedrīkst pārkāpt to robežu, lietošanas robežu. Другой стороны, поскольку это витамины, которые выводятся, то они должны на постоянной основе попадать к нам в организм. Или это витамин С, или витамины группы В, потому что если вы будете их, не будете их достаточно кушать или принимать с БАДами, то они у вас будут постоянно в дефиците. Citas puses tieši tāpēc, ka tie ātri izvadās no organizma, tos nepārtraukti jālieto savā uzturā vai kā vitamīnus. Žirorastvarīmai vitamīni. Логично, что они растворяются в жирах, поэтому когда вы их принимаете отдельно в виде БАДов, то нужно принимать обязательно их с пищей, и не просто с пищей, а с жирной пищей. Runājot par taukos šķīstošiem vitamīniem, loģiski, ka viņš šķīst taukos, un tāpēc tos jālieto kopā ar uzturu un, ja teicams, ar kaut kādu rekno pārtiku. Даша, это я к тебе сейчас обращаюсь. Я вижу ошибку на слайде. На этом слайде надо будет исправить, что эти витамины, они не выводятся из организма через почки быстро. Это просто опечатка, извините. Эти витамины, наоборот, откладываются в печени и в других местах, где есть жир по нашему организму, потому что если вы будете принимать много, то это приведет к ожирению. Поэтому ну, вот этот пункт здесь просто неверно написан.
tie daugos šķīstošie vitamīni, viņi tieši otrādi nav tā, ka viņi ātri izvadās no organizma, viņi krājās un ar tiem jābūt piesardzīgiem. И также важный момент для жирорастворимых витаминов, то, что не усваивается через кишечник с помощью липидов. То есть если у вас проблемы с работой кишечника, а именно в плане усвоения каких-то веществ, то самое первое, от чего будете страдать, а именно от дефицита жирорастворимых витаминов. Это в первую очередь витамина D, витамина А, витамина Е. Да? А витамин К вырабатывается нашей микрофлорой кишечника. Поэтому, опять же, если у вас неправильно работает микрофлора, то и этого витамина у вас тоже будет не хватать. Я пробую с арзарном. Tad būs arī problēmas ar šo vitamīnu uzsūkšanos, jo tie vitamīni taukos šķistoši uzsūcās caur zarnām ar lipīdu palīdzību, un kā vitamīns izdalās organizmā tieši no ar mikrofloras, zarnu mikrofloras palīdzību, tad, ja ir problēmas ar zarnām, būs arī problēmas ar šo vitamīnu trūkumu organizmā. И еще у меня здесь выделен витамин А и витамин Д красным цветом. Что это значит? Витамин А и витамин Д избытки очень опасны, потому что витамин А – это стимуляция новых клеток. Если у вас есть склонность к новообразованиям, либо у ваших клиентов, то с этим витамином нужно быть очень осторожным. Лучше принимать его в форме провитамина, там, тех же каротиноидов, чем давать ретинол, чистый витамин А. А витамин D является гормоном. Если его вам не хватает, у вас будут проблемы с здоровьем, в самую первую очередь со щитовидкой начнутся проблемы, поэтому всегда нужно проверять, есть он в дефиците у вас или нет. А если он в избытке, то, соответственно, опять же, будут страдать репродуктивная система и щитовидная железа. Как следствие того, что его много, интоксикация. А-витамins ir atzīmēts ar sarkano, tieši tāpēc, ka tas vitamins ir diezgan bīstams, jo vairāk tas vitamins ir organizmā, jo lielāks ir risks jaunveido kaut kādu visādu jaunveidumu ražošana organizmā, jo tas vitamīns provocē šūnas dalīšanos. Un D-vitamīns, tas ir hormons, un ja ir pārāk daudz, tad var būt problēmas ar reproduktīvo funkciju, un ja ir trūkums, deficīts, var būt problēmas ar vairāk dziedzaru. Несколько слов о водорастворимых витаминах. Я вам сделала такую табличку. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, какие витамины водорастворимые, как еще могут называться по-другому, да? А посерединке написана их суточная дозировка. И там, например, ну, давайте по очереди, B1 – это тиамин, B2 – это рибофлавин, B3 еще называют ПП-витамин, либо никотинамид, там, ниацинамид, это группа витаминов. В5 – это пантотеновая кислота, ее соли, тот же пантенол – это витамин В5. В6 – пиридоксин, В7 или еще называют его H, биотин, В9 или М, когда-то называли фолиевая кислота, ее соли, В12 – цианокобаламин и витамин С, все знают, аскорбиновая кислота. И посерединке у вас есть вот здесь, если вы видите мой курсив, есть значение. Где-то оно одно значение, где-то два. Там, где два, это значит для взрослых и для более меньших наших клиентов. Да? И еще есть одна графа. Там у меня есть знаки вопроса, какие-то страшные цифры. Это значит, что максимально допустимая концентрация. И там, где есть цифры, эти концентрации установлены четко, их нельзя превышать, что, например, В9 не больше 1000 микрограмм в день можно, то есть в 3 раза больше, если вы беременные, например, или каких-то других случаев, потому что витамины группы В тоже стимулируют образование новых клеток, особенно В9. А некоторые не установлено, потому как этот предел является непонятным пока для ученых, давайте это так будем называть, непонятным. Šajā tabulā ir ūdens šķistošie vitamīni un to dienas deva. B1 vitamīns, tas ir timjāns, B2 riboflavīns, B3 vai PP, tas ir nikotinamīds,
un nikotīna skābe, tā ir vitamīna grupa B5 pantotēna skābe un tas sāļi, B6 piridoksīns, B7 vai H, tas ir biotīns, B9 M folskābe un tas sāļi, B12 ciano kobalamīns un C askorbīna skābe. Tur, kur ir cipari, tā ir diennakts deva, tur, kur ir divi cipari, tā ir deva pieaugušajiem un bērniem. Un pēdējais, kur ir jautājumu zīmes, tas ir tā ir maksimālā deva vispār organizmā. Un tur, kur nav zināmie tie cipari, zinātnieki joprojām nesaprata, viņa nezin, kāda ir tā maksimālā deva. Un tur, kur ir rakstīts, tur jau viss ir noskaidrots un nedrīkst pārsniegt to devu, jo, piemēram, kādi vitamīni B5 arī stimulē šūnu dalīšanos. Ну и витамины жирорастворимые, например, витамин D, это несколько витаминов, в зависимости от того, какого они происхождения, например, D2 это растительный, а D3 это животного происхождения, или называют его поликальциферол, эргокальциферол и так далее. А витамин Е это токоферол, и если есть витамины, которые отстраивают или воспроизводят его функцию, то они измеряются в токофероловом эквиваленте, то есть чистого токоферола по концентрации. Да? Витамин К тоже есть, К1, К2. И витамин А, это тоже разные витамины могут быть. А1, ретинол, это самая распространенная форма именно животного. И у витамина А тоже есть ретиноловый эквивалент. И тоже вам здесь указано для детей и для взрослых. И также верхний предел жирорастворимых витаминов. Это очень важно, потому как они, помните, что могут привести к ожирению, к другим серьезным нарушениям. Они не выведутся просто так через почки с мочой, как водорастворимые витамины. Поэтому вот эта табличка, она для вас очень-очень важна. Шейтер. Taukos šķīstošie vitamīni, D grupas vitamīni, tie ir to, ko jūs redzat, un piemēram D2 ir augu izcelsmes vitamīns, D3 ir dzīvnieku, arī jūs varat redzat dienas devu un robežu, kuru nedrīkst pārsniegt, tā E vitamīns, K vitamīnu grupa un A, un piemēram retinols, viens no populārākajiem, ir dzīvnieku izcelsmes, un svarīgi atcerēties, ka taukos šķistošos vitamīnu devu nedrīkst pārsniegt, jo tā tik viegli neizdalās no organizma. Nu, i slaidi, tai neznačiat, ka фильмы подписываем, да, 18+, 13+, это имеется в виду, что если у нас есть 13 витаминов, то кто же претендует быть еще каким-то витамином? И как я уже сказала в начале, сейчас идут дебаты, и с 2018 года в это количество составляет от 20 до 80 претендентов название витамина. И какие эти недовитамины или кто может попасть в этот список, сейчас мы их тоже с вами разберем. 13 плюс, šeit runa neiet par filmām un vecumu ierobežojumu. Tas ir par to, kurš vēl no vitamīniem var būt, kurš vēl no tiem, kuri vēl nav vitamīni, var kļūt par tiem. Kopš 2018. Gada zinātniekiem joprojām nav izdevies panākt vienprātību, un tāpēc viņi testē un spriež par vitamīnu daudzumu. Varbūt to ir 20 vai 80. Un tagad mēs arī izrunāsim par to, kuri tad ir tie galvenie pretendenti uz vitamīniem. Многие из них вы уже слышали, так или иначе, они есть в наших БАДах, либо же в нашей косметике. Но так как у нас будут появляться еще другие нутрикоды, и очень скоро их будет очень много, еще больше, чем сейчас, поэтому я рекомендую вам пока хотя бы визуально запомнить и уложить себе в голову некоторые названия. Ну вот сейчас мы о них и поговорим.
В4 – холин, это предшественник нейромедиатора ацетилхолина, и основная его функция – это борьба с ожирением, например, с гепатозом, с ожирением печени. В8 – инозитол, всем известный компонент девушкам, потому что из него или без него не будет строиться репродуктивная система, именно гормоны женские. В10 – аминомензойная кислота, это стимулятор синтеза витаминов именно нашим кишечником, нашей микрофлорой. В11 – L-карнитин. Это, вы знаете, такой продукт, как Energy Kick, который отвечает за метаболизм, в том числе и за энергию для нашего тела. В13 – аротовая кислота, отвечает за наличие кожных заболеваний либо здоровье кожи. В15 – пангамовая кислота. N – это липоевая кислота, она очень важна для здоровья печени. P – биофлавоноиды, не ПП, там, где у нас был витамин В3, да, а П, биофлавоноид, это то, что отвечает за отсутствие у нас варикоза, купероза, то есть за наши крепкие капилляры. И У, метионин, представьте, тоже претендует быть на уровне витаминов. Это противоязвенный фактор, но также имеет отношение к здоровью кожи, волос и ногтей. Ne vitamīniem, ko jūs tagad redzēt, ir jau pazīstami, jo vairāki ir gan piedevās, gan arī kosmetikā. Viens no tiem ir B4 holins, tas ir pret hepatozi, B8 enositols, domāts reproduktīvai sistēmai, B10 aminobenzoskābe, mikrofloras vitamīnu sintezes stimulators. B11 L-karnitīns nodrošina vielmaiņu, B13 orotiskā skābe ādas slimības novērš, B15 pangamīna skābe, N liposkābe aknu veselībai, P bioflavonīds ir atbildīgs par kapilāriem un to stiprumu, un U metionīns пред чулам, он адес веселивай. Так кто же такой витамин? Почему одни называются витаминами, а другие такие хорошие, но все-таки не называются витаминами? Витамин – это органическое вещество в первую очередь. Если его нехватка, то мы получим либо какую-то патологию в виде болезни, либо вообще смерть. Мы сами не можем его синтезировать в достаточном количестве. А сюда не относятся только витамин К, витамин D, который мы можем синтезировать, и некоторые витамин, например, В7, который синтезируется микрофлорой кишечника. Человеку нужно их не больше, чем 0,1 грамма. То есть при малой дозировке вот этих органических веществ они имеют очень большую биологическую активность. Как это витамин? Это органическая вела. То трукумс израйса патологию ун vai nāvi. Mēs paši nevaram to sintezēt pietiekuma daudzumā, tāpēc arī ir svarīgi lietot uztura bagātinātājus. Cilvēkam vajag ne vairāk kā 0,1 grams tikai, un maza deva ir lieliska bioloģiska aktivitāte. Tas ir jāatcerās. Если у нас будет нехватка каких-то витаминов, либо их избыток, то что у нас будет в организме происходить? Полное отсутствие какого-то витамина, авитаминоз. Когда мы говорим, что весной у нас начинаются авитаминозы, нужно очень быть строгим с этим термином, потому что это значит, что у вас этого витамина вообще нет. Но это же не так. Скорее всего, это гиповитаминоз, когда недостаток. То есть вы его принимаете, либо употребляете с пищей, но недостаточно. И если вы принимаете его в избытке, тогда вы получаете гипервитаминоз. Kas notiks, ja būs problēmas ar vitamīniem uzturā? Jūs droši vien dzirdēt tādu terminu kā avitaminoze, bet tas ir pilnīgs vitamīna trūkums, tā noteikti nav. Droši vien runa iet par hipovitaminozi, kad ir vitamīna trūkums, vai arī ir
tāds termins kā hipervitaminoze. Tā ir vitamīnu pārmērība organizmā. А почему нам нужно кушать витамин? Да? Большинство витаминов не синтезируется в организме, особенно С-витамины группы В, кроме витамина В7, также витамин Е не синтезируется. Ну и ретинол в той форме, который нам нужен, он у нас трансформируется. Можно сказать, что синтезируется, но это не совсем верно будет. Но некоторые нам просто нужно получать с пищей. Это витамин С и витамины группы В почти все. Tāpēc ir nepieciešams ēst vitamīnus lietot. Lielākā vitamīnu daļa organizma netiek sintezēta, tāpēc tie ir jāuzņem kopā ar pārtiku. Piemēram, tāda vitamīna kā C vai B grupas vitamīni. А некоторые мы можем сами синтезировать какие-то. Витамин D3, когда у нас кожа может синтезировать под действием ультрафиолета. Витамин А, если у нас с пищи поступили предшественники, каротиноиды. Витамин В3, это ниацин, да, если есть аминокислота триптофан. Витамин К и В7, это наша микрофлора синтезируется именно в кишечнике. Dažus mēs tomēr varam sintezēt paši, piemēram, D3 no ādas ar UV starojumu, A vitamīns, ja ir priekšticis pārtikā, B3 vitamīns, tieši neocins, ja ir triptofans, aminoskābe, un K un B7 vitamīni sintezē zarnu mikroflora. Кстати говоря, у кишечники много возражений, цепляются за витамины, и они связаны именно с кишечником. Например, люди говорят, мне витамины в виде ваших БАДов летом не нужны, потому что я ем много фруктов, гуляю на солнце и так далее. Другие люди говорят, я не принимаю БАДы, витамины, поскольку слежу за своим питанием, у меня в питании все прекрасно. Но это все замечательно и правда, если у вас кишечник работает идеально. А он у вас идеальный? Вот в чем вопрос, когда я слышу такие возражения. Ļoti bieži mēs varam dzirdēt no cilvēkiem tādus iebildumus, ka vasarā vitamīnus vai dietiskās piedevas nav nepieciešamas, jo cilvēks ēd daudz augļus un pavada laiku saulē, vai nelieto vitamīnus, jo pievērš uzmanību savam uzturam. Tas viss ir ļoti pareizi un tā varētu būt. Tajā gadījumā, kad zarnas strādā perfekti, bet kurš tad no mums ir ideāls? Есть еще такие вещества, которые называют антивитамины. Они либо выключают витамины, либо они подавляют их активность. То есть в первом случае они похожи по формуле, поэтому могут встраиваться в какую-то реакцию, и эта реакция просто не произойдет, потому что вроде бы все идеально, но вот какой-то механизм не сработал. А второй вариант, я их называю убийцы, когда они делают неактивными витамины, то есть что-то они добавляют либо отбирают в химической формуле витамина, и он не может работать, он как связанный получается, либо его полностью разрушает, то есть строился и превратил его в нечто другое, в какой-то метаболит, опасный или не опасный, но он не может работать, потому что это уже не витамин. Ir tādi antivitamīni, tie ieslēdza visu to aktivitāti vai novērš to aktivitāti. Un pirmais variants, tiem varētu būt ļoti līdzīga formula, vai otrs variants, Irīna to sauc par slepkavām, jo tie padara neaktīvu vitamīnu, pilnīgi sasaistā un tas vairs nevar strādāt vai pilnībā iznīcinā. Когда какие витамины принимать, много тоже ходит различных экспертных в кавычках мнений, но на самом деле нужно помнить два правила. Первое, что чистые витамины – это тоники, и лучше принимать их в первой половине дня, а жирорастворимые витамины нужно привязывать к пище, к жирной, тогда как водорастворимые вообще можно не привязывать к пище, там витамины группы В и С, витамин, потому как они и так будут растворяться. Главное, чтобы вы их запили водой и достаточно пили в течение дня, и достаточно, в принципе, их принимали. Это самых два главных правила.
А вот эти версии, что этот витамин нужно после 12 или до 4 дня, или там на ночь, я не знаю, на новолуние, это все ерунда, потому как организм так не работает, как это все описано в интернете многими псевдоэкспертами. Kādus vitamīnus dzert? Ir ļoti daudz mīti par to, bet ir divi galvenie noteikumi. Pirmais, tīrie vitamīni, tie ir tonizējošie līdzekļi, tos labāk dzert no rīta. Un otrs noteikums, D3, A, K, E vitamīni, tos labāk dzert ēdienreizes laikā, jo tie ir taukos šķīstošie. Un vai arī tūlīt pēc tam, bet B un C vitamīnu neatkarīgi no pārtikas. Un ja kāds raksta, ka vitamīnus var dzert tikai pēc 12 vai līdz 4 vai naktī, tas nav pareizi, jo organisms tā nestrādā, kā par to raksta internetā. Когда витамины не усваиваются, еще так подведем итог. Первое, когда есть проблемы с кишечником. А второе, когда некачественный препарат и мало в пище, в принципе, витаминов было. А нет минералов-синергистов. Синергия – это значит помощники, усиливающие действие какого-то другого компонента, то есть такие друзья витамина. Когда есть антивитамины, то, что их выключает, разрушает, деактивирует, и другие нарушения в работе системы органов. Например, если у вас язва, то, скорее всего, у вас проблемы с витамином В12. Если у вас кожа очень светлая, то у вас будут проблемы с витамином D3. А если у вас проблемы с печенью, то у вас, в принципе, все жирорастворимые витамины, они не будут усваиваться и так далее. Kad vitamīni netiek sagremoti? Ja ir zarnu problēmas, ja ir sliktas kvalitātes preparāts, vai to vitamīnu ir maz pārtikā uzturā, nav minerālvielu vai sinerģistu, tie ir palīgi, kuri pastiprina iedarbību. Ir antivitamīni, tie, kuri deaktivē vitamīnus. Un citi sistēmu un orgānu darbības traucējumi. Piemēram, ja ir čūla, tad droši vien būs problēmas ar B2 uzsūkšanas organizmā. Ja āda ir pārāk gaiša, tad ar D3 varētu būt traucējumi. Un ja ir kaut kādas aknu darbības traucējumi, tad visi taukos šķīstošie vitamīni arī ir bīstamā situācijā. А в чем же важность витаминов? Витамины, то есть мы говорим, что они нам нужны, но где они именно нужны, в какой момент? Витамины – это коферменты, это активный участок в центре ферментов. Это один момент, то есть они, поскольку без ферментов не происходит ни одна химическая реакция, то, соответственно, без витаминов эти реакции просто не будут происходить. А второй момент – витамины – это прогормоны, многие из них, да. А второе, они хороши тем, что не несут калорий, то есть 0 калорий, и это не источник энергии, из них ткани тоже не строятся, но без них не будет ни энергии, ни калорий, ни тканей. Без них все это просто не произойдет. Kāda ir vitamīnu nozīme? Vitamīni ir koenzīmi, un tiem ir aktīvā loma enzīmu centrā. Tie ir nepieciešami reakcijās, kas notiek organismā. Tie var būt prohormoni, bet tiem nav kalorijas. Un tas nav enerģijas avots, tas nav ādas ķieģelis. Bet bez tam tas viss nenotiks. Это было о витаминах, но друзьями витаминов являются минералы, и если не будет минералов, то тоже не будут происходить химические, биохимические реакции в нашем организме, так же, как и не будут усваиваться или хуже будут усваиваться сами витамины. Tas viss bija par vitamīniem, tagad sāksim runāt par minerālvielām, tie ir vitamīnu draugi. Un ja minerālvielu nav organismā, ir to trūkums, tad arī vitamīniem ir grūtāk iesūkties. Минералы – это что это такое? Это ионы металлов, которые необходимы организму для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Ну и не металлов, потому что есть, скажем так, такие вещества, которые мы принимаем в пищу, они не являются металлом, тот же
фосфор, да, или сера, но мы его называем минералом в плане, что его получают из земных недр или из природных источников неорганического происхождения. Minerālvielas ir metālu joni, kas organismam nepieciešami dzīvības uzturēšanai. Dažreiz tie var būt arī nevis minerālvielas, piemēram, varš, dzels, bet tie ir ņemti, saņemti no dabas avotiem, tāpēc tie arī saucās minerālvielas. Я вам привела табличку самых важных минералов, какая дозировка рекомендуется, ну и какое значение они имеют. Это для того, чтобы у вас просто эта табличка была. Я ее объяснять не буду. Если вам нужно что-то будет подсмотреть в будущем, то знайте, что в этой презентации у вас есть такая очень важная табличка по минералам. Šajā tabulā jūs varat redzēt visus visvarīgākās minerālvielas, par to sīkāk nerunāsim. Galvenais, ka tagad jums tā tabula ir, un ja kas, jūs varat tur paskatīties, priekš kam ir katra minerālviela, kam tā ir domāta, un kāda ir rekomendējamā deva. Я вам сказала такое мудрое слово «коферментъ», вот что это такое, тут еще у меня кофактор написано. Буквально сейчас момент сложной химии в простом изложении, чтобы вы поняли, где у нас минерал, где у нас витамин именно в химической реакции. Не падайте в обморок, не уходите от экрана, просто откройте широко глаза и смотрите, сейчас все станет понятно. Так это мы сразу дивимся. Īpaši gudros vārdus, koenzīmes un kofaktors, un tagad būs neliela ekskursija ķīmijā, bet Irīna prasa mūs visus palikt pie ekrāniem un censties to saprast. Любая реакция в нашем организме – это химический процесс, биохимический, правильно даже сказать, в котором принимают участие ферменты. Ферменты бывают простые, есть только белок, а бывает сложное. Есть белок и не белок. Вот там, где у нас белок, это называется апофермент, а там, где не белок, называется кофактор. Это как ключ к замку подходит, и чтобы фермент заработал, чтобы он мог состыковаться с тем компонентом, с которым ему нужно что-то сделать, разложить, присоединить, разделить, там, я не знаю, перенести, трансформировать, то ему нужен замку, нужен соответствующий ключик. И вот этими пусковыми механизмами, когда ключик подходит к замку или нет, будет как раз кофактор. Jebkura reakcija mūsu organizmā ir ķīmiskais process, kurā piedalās fermenti. Un lai tie fermenti strādātu un izpilda savas funkcijas, tam ir nepieciešama atslēdziņa. Un tāda atslēdziņa ir koferments. Kofaktor. Вот здесь я провожу на экране. Вот это та часть, которая не имеет отношения к белку, но является составной частью фермента. Она бывает органического происхождения и неорганического. Органика – это кофермент. Витамин сам может быть. Может быть не витамин, может быть что-то на него похожее, антивитамин, по-разному может быть, это кофермент. Есть еще простатическая группа, у нас сейчас это не о простате, это просто, я вам объясняю, что такой момент есть. А есть неорганическая часть, ионы металлов. Когда в кофакторе нужен кофермент, витамин, не витамин, либо ион металлов, тогда ему этот витамин нужен, ему этот металл нужен, они запускают соединение ключика замком, понимаете? То есть кофактор нужен кофермент. Es nepareizi iepriekš pateicu, tā atslēdziņa ir kofaktors. Un tie kofaktori, viņi dalās uz organiskiem, tie ir vitamīni, antivitamīni vai nevitamīni, un tie ir kofermenti vai neorganiskie, tie ir metāla joni. Un lai nu, panāktu kaut kādu reakciju, tam visām gan atslēdziņām, visam ir jāsavienojas, un tad sanāk tā reakcija. Я думаю, что вы себе еще эту картинку раз просмотрите, вам все станет понятно, какую роль имеют витамины, какую роль имеют металлы именно в наших биохимических реакциях.
šīs attēls būs prezentācija, un jūs noteikti vēlreiz apskatīsiet to, un tad sapratīsiet, kam ir nepieciešami metāli, un kam nepieciešami vitamīni kādiem procesiem. И вам еще даю такую табличку, ну, чтобы вы сейчас потом не зашли в тупик, я вам ее объясню. Какие витамины и металлы лучше сочетаются, да, то есть они могут существовать вместе, какие прям вот обязаны существовать вместе, а каким лучше не встречаться. Но чтобы вы потом не начали рассматривать наши нутрикоды и удивляться, почему железо вместо кальция в инербалансе и так далее, то помните, что эти продукты создавали профессионалы, и имеет значение и дозировка, и другие важные вещи. Но если это для того табличка, если вы сами вдруг решите принимать, например, отдельно железо вам врач назначил, и вы решили, что вам нужен кальций для зубов, то помните, что вместе их лучше не принимать в один прием пищи, допустим, да, или там в один месяц, а когда-нибудь по очереди их можно будет принимать. То есть это, скажем так, пусть у вас будет на всякий случай. Šajā tabulā jūs varat redzēt, kādi vitamīni viens ar otru var sadzīvot, kuriem ir nepieciešami būt kopā un kuriem ieteicams nesatikties. Un lai jūs nebūtu pārsteigti, piemēram, par to, ka nutrikodā var satikties dzels un kalcijs, kaut šeit ir atzīmēts, ka labāk nē, ir jāatcerās, ka nutrikodus veidoja ražoja profesionāļi, jo deva ir arī nozīme. Un tabula vairāk ir domāta tam, ja jūs izdomāsiet lietot atsevišķi tīros vitamīnus un lai jūs ņemat vērā, ka varbūt labāk sākt izdzert kaut ko vienu un pēc tam tikai nākamo. Еще скажу об этой таблице. Это скорее таблица, которая показывает, что, например, если есть витамин Е, то витамин D будет работать хуже, или это нагрузка на организм, или наоборот, если есть витамина D много, то витамина Е уже не нужно много. Ну, вы поняли суть, что когда там стоит красный квадратик, то лучше задумайтесь, чего ли лишнего вы себе там не добавили из наших нутрикодов или из витаминов и минералов. Dažreiz ir arī tā, ka tas nav stāsts par to, ka tie vitamīni, tos vitamīnus minerāli vielas nevar lietot kopā, bet ja jūs redzat sarkano taisnstūri, tad labāk vienkārši aizdomāties, varbūt, ja ir pārāk daudz D vitamīns, tad E vitamīnu labāk nedzert atsevišķi vai tieši otrādi. Tas ir vienkārši ir, lai padomāt un lai pievērst papildus uzmanību. Ну и переходим к нашим витаминам и минералам. Я выбрала продукты, которые являются чистыми витаминами и или минералами. То есть либо это чистый витамин, либо это чистый минерал, либо это их комбинация. Ничего другого здесь нет. Какие это продукты? Это липосомальный витамин С, чистый витамин С. Это витамины и минералы Healthy Bonus. Это чистый витамин D3 гумис и в капсулах. Это чистые минералы кальций и магний. И это чистые витамины B-complex и VIT-complete. Sāksim runāt par nutrikodiem, un tie ir tīrie vitamīni un minerālvielas, kas ir sortimentā. Šodien sāksim runāt par liposomālo vitamīnu C, par Healthy Bones vitamīns VIT D3 gamijas un VIT D3 kapsulas, kalcijas un magnijas tīrā veidā, B kompleks un VIT complete. Ну и начинаем уже знакомиться наконец-то с нашими нутрикодами. И начнем мы наше знакомство с этого продукта, который называется липосомальный витамин С, серия нутрикод Daily Care. Sāksim es runāt beidzot par nutrikodiem. Pirmais būs liposomālais vitamīns C no serijas Daily Care. Что входит в состав этого продукта? Сюда входит L-аскорбиновая кислота, сюда
входят фосфолипиды, жирные кислоты и биофлавоноиды с цитрусов. Помните, что фосфолипиды, жирные кислоты – это составные мембран человека, да? А биофлавоноиды, особенно из цитрусов, это а-ля витамин, витамин П, да, о котором я вам говорила, но он еще туда не попал, в этих 13 счастливчиков. Он там стоит просто в очереди, но тоже очень важное вещество для нашего организма. Состава ир L-аскорбинскабе, фосфолипиды и таугскабе, кури ир лоти непецешими нодериги мембраной, un bioflavonoidi no citrus augļiem. Tas ir viens no tiem vitamīniem, kas stāv rindā un vēl nav ticis tajos 13, bet tas ir ļoti svarīgs mūsu organizmam. Обратите внимание на табличку, там где цифры. Одна капсулка этого продукта, это уже 625%, а две в два раза больше. То есть очень большая дозировка витамина С. Paskatieties uz cipariem, viena kapsula ir jau 625% no dienas devas un divas kapsulas ir 1250%. Tā tiešām ir liela deva. Поговорим о витамине С более детально. Некоторые моменты нужно знать и понимать. Во-первых, витамин С имеет очень простую формулу. Итак, природа придумала, для чего это придумано, чтобы он начал усваиваться уже у нас во рту, когда мы только начинаем кушать. Он уже там через подъязычную вену попадает к нам в кровь. Он не вырабатывается организмом, еще раз напоминаю, поэтому он должен поступать с пищей. Он нужен всем клеткам, потому что имеет очень и очень важные функции для нашего организма. C vitamīnam ir tik vienkārša molekula, un laikam daba to izdomāja speciāli, ka tas ļauj tam iekļūt asinsritē jau mutē. Un C vitamīnu organisms neražo, un tas jāiegūst ar pārtiku. C vitamīns ir nepieciešams visam šunam, jo tas ir ļoti nepieciešams organizmā funkcijām. Что именно он делает? Это кофермент всех реакций биохимических в нашем организме. То есть ни одна реакция без него проходить не будет. Он босс всего метаболизма. Kāpēc C-vitamīns ir tik svarīgs? Visu mūsu ķermeņu koenzīms, jo bez tā nenotiks nekāda bioķimiskā reakcija šūnu līmenī. Var teikt, ka tā ir visu vielmaiņu boss. Без него не будет синтезироваться нейромедиаторы, которые отвечают за наше хорошее настроение и за образование энергии. Без него не будет нормализоваться давление. Без него наши ткани не будут насыщаться кислородом. Обратите внимание, те, кто занимается спортом, если вы будете рекомендовать этот продукт спортсменам, да, это для них очень важно. Клетки мышц, они страдают от нехватки кислорода в этот момент. Это продукт для косметологов, когда речь идет о старении кожи. Витамин С отвечает за синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и так далее. Это борьба с варикозом, укрепление сосудов. Это борьба с купероидом. Опять же, к косметологии мы возвращаемся. Это антиоксидант, это подвижность суставов, и это, конечно же, похудение. C-vitamīns iedod enerģiju un dod labu noskaņojumu, jo piedalās neirotransmisteru sintēzē. Tas arī normalizē spiedienu. Piesātina audus ar skābekli, tā kā jūs droši varat ieteikt šo vitamīnu tiem, kuri nodarbojas ar sportu, jo treniņu laikā šūnām var pietrūkst skābekļa. Tas ir ļoti noderīgs skaistumam un jaunībai, jo piedalās ādas komponentu sintezē, piemēram, kolagēnu, elastīnu sintezē. Tas nodrošina locītāvu mobilitāti un veselību. Я сказала по поводу похудения, причем здесь витамин С. Без него не будет синтезироваться карнитин. То есть, видите,
Карнитин у нас претендует быть витамином, но он не витамин, потому что без него, без витамина С, не будет синтезироваться сам карнитин. Поэтому вот как-то оно не получается, что его не взяли еще витамины. Кислород нужен при похудении, чтобы жир сжигать. Обмен витаминами и минералов нужен. Антиокисление жира, то есть то, что у нас там накопилось, его нужно тоже доокислить, тоже нужно снять воспаление, особенно когда сильно большой вес, и при целлюлите, это тоже очень важно. То есть к похудению витамин С имеет самое первое отношение. Un runājot par notievēšanu, var likties, kāpēc mēs vispār runājam par C-vitamīnu, bet C-vitamīns piedalās karnitīna sintezē, kā arī skābekļa transportēšanā, jo tas ir nepieciešams tieši notievēšanas procesā, vitamīnu un minerālu vielu metabolizmā, antioksidācijā un iekaisuma mazināšanā. Иммунитет. Сразу, когда мы говорим о витамине С, мы вспоминаем об иммунитете. Сколько нужно витамина С для профилактики? Нужно 1000 миллиграмм, а если уже мы болеем или у нас вирусы, нужно 2000 миллиграмм. Runājot par C-vitamīnu, droši vien visi uzreiz domā par imunitāti, un tā tas arī ir. C-vitamīns stiprina imunitāti, un profilaksas laikā ir nepieciešama deva 1000 miligrami un slimošanas laikā un aizsardzība pret komplikācijām un pret citiem vīrusiem 2000 miligrami. Это средство против аллергии и астмы, потому что способствует выделению определенных веществ, которые борются с этими аллергенами. Но для этого нужно выбрать дозировку или подобрать дозировку от 1000 до 2000 миллиграмм в день. C-vitamīnam piemīt arī antihistamīna īpašība. Tas ir domāts arī pret alerģijām un astmu, tikai jāizdomā, kāda būs deva, 1000 vai 2000 miligramu dienā. При подагре или при высоком уровне мочевой кислоты 1500 миллиграмм витамина С в день гарантирует уменьшение уровня мочевой кислоты в два раза. Подагрес un hiperuremijas gadījumā C-vitamins arī ir ļoti noderīgs un, piemēram, 1500 miligramu dienā nodrošinā urīnskābes līmeņa samazināšanu par 50%. Также витамин С вводит плохой холестерин и является такой метлой для нашей крови внутри клеток, обеспечивая нам детокс, потому как и может ускорять процессы детокса в клетках, так и быстро заживлять различные повреждения. Например, повреждения в сосудах, ломкость каких-то капилляров, какие-то травмы, послеоперационные периоды, лучшее средство и самое простое средство – это витамин С. Tas izvada slikto holesterīnu un vispār ir ļoti labs asinsvadiem. Vitamins C tīra asins šunas, diedzina kapilārus un asinsvadus. Также обратите внимание, что если у вас постоянные стрессы, вы постоянно болеете, и особенно если вы курите, то уровень витамина С истощается очень быстро, потому как самое значительное его запасы находится у нас в надпочечниках, а надпочечники у нас производят различные гормоны стресса, например, тот же кортизол. Или когда у вас высокий уровень кортизола и других гормонов стресса, которые вы установили методом сдачи крови, анализа крови, то это приводит к тому, что надпочечники работают неправильно, и у нас истощается именно запасы витамина С. Отсюда у нас прыгает сахар в крови, стрессы, у нас перепады настроения, то мы всех любим, то мы всех ненавидим, мы сонные, у нас нет энергии, у нас прыгает давление. Это очень просто объясняется. Проверяем, как мы питаемся, достаточно ли у нас витамина С. Jāpievērš uzmanību īpaši tiem, kuri smēķē vai ir pakļauti stresam, jo C-vitamīna krājumi tiek izsmelti ļoti ātri. Lielākie
C vitamīna krājumi cilvēku organizmā atrodas virsnieru dziedzeros, un tos izmanto lielākā daļa virsnieru hormonu, to starp stresa hormonu kortizola ražošanā. Un tas noved pie nepareizas virsnieru darbības un izraisa cukura līmeņa un spiediena paaugstināšanos asinīs. Mēs varam justies miegaini un var trūkt enerģijas. Второй момент, который я вам хочу объяснить, то есть я вам объяснила важность витамина С. Надеюсь, всем все поняли и нет у вас сложностей с этим. Но продукт называется не просто витамин С, иначе было бы все сильно просто. Ну, мы бы пошли в аптеку, купили аскорбинку и были бы все счастливы. Но он называется липосомальный витамин С. Что это значит? Что такое липосома и почему это важно? Вот с этим предлагаю сейчас разобраться. Но ты Mēs jau visi sapratam, kāpēc C vitamīns ir tik svarīgs, bet tieši nutrikodā nav vienkārši vitamīns C, tas ir liposomāls. Un tagad mums izstāstīs, kas tieši ir liposoma. Liposoma это такая капсулка, ну даже не знаю, на примере чего вам показать, ничего под рукой нет. Сфера, представим, как будто капсулка жирорастворимой омеги, да? Оболочка у нас состоит из фосфолипидов, а внутри у нас жир, жирные кислоты. И внутри этих жирных кислот плавает витамин С. Он водорастворимый. Плюс еще там есть биофлавоноиды, вот этот а-ля витамин П. И тот компонент, и витамин С, и биофлавоноиды, они являются водорастворимыми. Но чтобы все попало в кровь через кишечник и начало усваиваться, и прошло оболочку, лучшее решение будет именно липосома. Когда она жирная, она протаскивает с собой водорастворимые компоненты и не попадает туда, куда они должны попасть, очень быстро и очень качественно. Liposoma ir tāda neliela tauku sfēra. Tas apvalks sastāv no fosfolipīdiem un iekšpusē ir taukskāves C vitamīns. Un pateicoties tam, ka viņa sastāv no tauki, no tā kā tauku, viņa viegli ievadā ūdens šķistošos vitamīnus iekšā organizmā, tā kā palīdzot tiem tur nokļūt. Еще важный момент. Кишечник может усвоить, у него есть свой дозиметр. Он через этот дозиметр может пропустить только определенную дозу витамина С. А если вам этого витамина С нужно больше, тогда оно просто не пройдет через кишечник, даже если вы будете просто ложками, стаканами его кушать, да, он не пройдет, а пойдет вам камни в почках, и у вас начнутся образовываться камни в почках, а витамин С как не усваивался в нужной концентрации, так и не усвоится. А вот именно липосома с витамином С, она быстро, в два раза быстрее, чем обычный витамин С, пройдет через вот эти барьеры все. А количество, которое нужно, оно будет высокое, потому что липосома может перенести очень много витамина С. И концентрация этого витамина С будет высокая, это получается, как будто вы внутреннюю мышечную или там внутривенную инъекцию сделали с витамином С, и кишечник тут ни при чем. То есть его, грубо говоря, обманули, организм получил все, что ему нужно, и даже больше. Zarnas spēj uzņemt tikai noteiktu C vitamina devu, un ko darīt, ja vajag vairāk? Tad var būt niera akmeņi. Un ko tad darīt, lai izvairīties no tā? Ir izēja liposomas ar C vitamīnu. Tā, tas asimilācijas ātrums ir divas reizes lielāk. Un absorbēta vitamīna daudzums ir diezgan augsts, jo liposomas sevī var ļoti daudz ienest mūsu organizmā. Un tas process ir līdzīgs kā intravenozā injekcē. Mēs tā kā apējām to zārnas iesūkšanas procesu un organizms saņem visu nepieciešamo. Знаете, сейчас вам рассказываю, и меня такая мысль посетила, не по сценарию. Я вспоминаю научные конференции, на которых принимала участие, возглавляла, организовывала. Я вот сижу и думаю, сколько людей много, умных собирается, врачей, докторов, придумывают эти все липосомы, сложные формулы. Это те термины, которыми они пользуются, да?
даже сложно объяснить. А тут все намного проще, ведь можно объяснить. Если я представила в этот момент, пока Даша переводила, как сидят два врача, и они рассказывают друг другу о липосоме. Это страшное, страшный ужастик был бы. Вот есть же липосома, она должна пройти кишечник, либо не должна пройти кишечник. А они будут рисовать формулы натяжения, растяжения, ферментативной активности кишечника и так далее. Представляете, как какая интересная жизнь. Irīna tagad padomā par to, cik daudz zinātnieku sēž konferencēs, un arī viņa piedalījās tādās konferencēs, un tur viss izklausās tik sarežģīti un tik daudz terminu, bet viss ir tik vienkārši, jo vienkārši liposoma, viņa ieiet iekšā organizmā un ienes visu nepieciešamu, bet jā, aizdomāties, kā divi zinātnieki to viens otram varētu stāstīt, tas izklausītos diezgan briesmīgi, bet viss procesā, viss ir ļoti vienkārši un saprotami. Ну, спасибо им за то, что они умные, а мы двигаемся дальше, да, идем учить наш продукт, липосомальный витамин С. Что это за продукт? Paldies viņā visiem, ka viņi ir tik gudri, un visu to izdomāja, un mēs tagad tieši par to arī runāsim, par to, kas tas ir mūsu Nutrikoda produkts. Липосомальный витамин С – это липосомы с витамином С. Это высокое качество самой липосомы и высокое качество самого витамина С. То есть встретились два компонента, которые сделаны по стандартам ЕС. Сама липосома качественно сделана из фосфолипидов и жирных кислот. Это как клетка, которая мембраной окружена. То есть она очень маленькая, очень быстрая и везде протолкнется. Внутри этой микроклеточки содержится очень много витамина С, это 1000 миллиграмм. Помните, что я вам дала рецепт при астме, для профилактики, когда мы болеем. То есть в двух капсулах это 1000 миллиграмм, это 1250%, если мы берем для всех. А нам на самом деле в день можно кушать не больше 2000 миллиграмм. То есть если у вас астма или у вас какие-то показания, что вам нужно больше 2000 миллиграмм, да, то вам нужно будет 4 капсулы принимать, если вы посоветовались со своим врачом и понимаете, что вы делаете. И также в этом продукте, кроме всего прочего, есть биофлавоноиды, то есть этот продукт – прекрасное средство для укрепления сосудов, плюс оболочка растительная, что тоже очень важно, поэтому продукт можно рекомендовать и веганам. Липосомалес витамин С. Это липосомы с С-витамином, аукстас классес липосомы и аукстас классес С-витамин. Те ir изготовлены под ЕС стандартам, а пати липосома ir ļoti augstas kvalitātes фосфолипиды и таукскабес. С-витамина дева ir 1250%, 2 капсулы, те ir 1000 миллиграмм. Un atgādinām, ka kopējais C-vitamīnu daudzums dienā nedrīkst pārsniegt 2000 miligramus. Gadījumā, ja jums ir astma, tad jums jākonsultējas ar ārstu, un varbūt jūsu dienas deva būs pat 4 kapsulas. Sastāvā arī ir bioflavonoidi un augu izcelsmes apvalks. Pateicoties tam, jūs varat šo preparātu rekomendēt arī vegāniem. Это самый безопасный витамин С, поэтому если, например, у вас склонность к язвам, или у вас она есть, либо камни в почках, либо у вас есть песок в почках, но, значит, скоро будут камни, но вам все равно хочется витамин С, то вы можете этот продукт принимать, но прежде проконсультируйтесь с врачом, пожалуйста. Особенно это если у вас камни в почках, чтобы, ну, всякие нюансы могут быть в работе ваших почек. Продукт не для детей, сразу говорю, если только врач рекомендует высокую дозировку, то тогда вы консультируетесь с врачом и можно уже детям, но только одна капсула будет. А беременные кормящие консультация врача. Если принимаете препараты для разжижения крови, тоже консультируйтесь с врачом, потому что витамин С разжижает кровь, а вы, например, принимаете препараты для сгущения крови, какие-то коагулянты. Поэтому тут будьте внимательны и обязательно консультируйтесь с врачом. Tas ir visdrošākais C-vitamīns, jo jums, ja jums ir tendence
veidoties akmeņam vai čūlai, tad liposoma pasargās no tās. Un nezmirstiet, ka jums joprojām jebkurā gadījumā ir jākonsultējas ar savu ārstu. Šīs preparāts nav domāts bērniem, grūtnieciem un krūts barošanas laikā arī ir nepieciešama konsultācija, un arī, ja lietojat zāles asins šķīdināšanai, arī lūdzu konsultējieties. Кому можно рекомендовать липосомальный витамин С? Это курильщикам, то есть доходит до смешного, когда видите курильщика, у него должно быть всегда в одном кармане сигарета, в другом кармане липосомальный витамин С. Если вы много находитесь в стрессе, это не тот стресс, когда вы не тот лак для ногтей выбрали или не такое красивое платье купили, а совершенно другой стресс. Зимой и летом вы можете принимать этот продукт, во время болезни и после нее можете принимать этот продукт. А если у вас есть проблемы с кишечником, именно с усвояемостью кишечника, если была какая-нибудь операция, особенно на сердце и сосудах, если тромбозы, тромбофлебиты, варикозы, частые синяки и куперозы, то это тоже ваш продукт. Kam jūs varat ieteikt liposomālo vitamīnu C? Smēķētājiem noteikti, jo viņam vienā kabatā jābūt cigaretei, otrā kabatā liposomālam C vitamīnam. Ikvienam, kurš tagad ir stresā laikā, un tas ir nopietnāks stress nekā nepareizā nagu laka vai kleita. To preparātu jūs varat ieteikt gan ziemā, gan vasarā. Tas būs labs slimības laikā un pēc tam, varbūt arī pēc operācijas, ja ir kaut kādas zarnu problēmas, jo pateicoties tai liposomai, tas ir labākais produkts, pēc sirds un asinsvadu operācijām un trombozes, tromboflebīte, varikozes venu gadījumos. Ну и вы, наверное, заметили, что у нас теперь в ассортименте два желтых продукта, липосомальный витамин С и ваша любимая иммунка, да? Вот они желтые, у меня только отличаются по величине. Чем они отличаются? Липосомальный витамин С – это веганские капсулы, внутри которых липосомы, только для взрослых, липосомы с витамином С биофлавоноидами. Здесь очень большая дозировка витамина С, здесь еще 250%. Иммунки – это не капсулы, а пастилки для рассасывания. Они подходят для всей семьи, мы уже проверили это, вы уже проверили это. Сюда входит, кроме витамина С, шиповник, ацерола и цинк. То есть ацерола у нас является источником витамина С, то не чистый витамин С, а именно ацерола здесь несет витамин С. Тогда как в липосомальном витамине С чистый витамин С. И здесь в иммунке 200%, а в липосомальном 1250%. Есть разница. Чтобы вы понимали, в чем разница этих двух продуктов. Ассортимента ир диви препараты ар С витамину, ир липосомалайс витамин С, там ир вегану капсулас, тас липосомас, домац тикай пиаугушаем, ар цитрус аугļu биофлавоноиду, ун там ир льоти лиела дева, 1250%, ун ир иммуно. Tās ir sūkājamas tabletes visai ģimenei. Iekšā vēl sastāvā ir mežrozīte un acerola, kas arī nodrošina C vitamīnu, jo, piemēram, liposomālā vitamīna C, tur ir tīrais C vitamīns. Imuno sastāvdaļa vēl ir cinks, un deva ir 200%, ir lielā atšķirībā. Ну и витамин, липосомальный витамин С, он принимается 2 капсулы в день, как вы уже поняли, в первой половине дня, иммунка принимается 2 пастилки в день. Ну это сейчас мы не о иммунке говорим, я об этих двух продуктах вам еще напомню чуть попозже. Денег дева липосомалом витамином 2 капсулы, но рита, он иммуно ари 2. Ну, переходим мы к следующему витамину, витамину группы D. Витамин D у нас есть в капсулках, у меня он остался, и вид D3 гумис, но ребенок съел, поэтому не покажу. Runāsim tagad par D
D3 vitamīnu. Tas ir kapsulās un želī konfektu veidā. Un Irīna tas nevar parādīt, jo bērns apēda. Что такое витамин D3? Очень много о нем пишут всякая информация в интернете. Давайте разберемся, что является правдой, что нет. Для начала скажу, что витамин D3 никого ни от чего не лечит. И не лечит он сердце и сосуды, но он укрепляет артерии. Это факт, без него процесс укрепления артерий, сосудов в принципе будет очень сложным. Sāksim ar to, ka D3 vitamīns nevienu neārstē. D vitamīns neizārstē, bet nodrošina veselību sirds asinsvadu sistēmai un stiprina artērijas. Очень важное значение витамина D3 на уровень половых гормонов, особенно у женщин. Есть и синдром поликистозных яичников, есть ли эндометриоз, есть ли сбои в цикле месячном. Это все может быть причиной витамин D3, нехватка витамина D3 может быть причиной всех этих проблем. Но точно уже доказано, что при нехватке витамина D3 у многих женщин и ранняя менопауза, потому что снижается резерв яичников и развиваются вот все эти проблемы, которые я выше назвала. D3 витамин ir atbildīgs par dzimumu hormonu līmeni, pozitīvi ietekmē policistisko olnīcu sindromu un ir pierādīts arī tā ietekmē uz ikmēneša ciklu. Ar D vitamīna trūkumu daudzām sievietēm iestājas agrīna menopauze, samazinās AMH un attīstās endometrioze. Также витамин D3 помогает нашим клеткам видеть инсулин. Проще говоря, он защищает нас от развития сахарного диабета второго типа. D-витамин помогает организмам саредзет инсулину, тас ведалас инсулину синтезе, он помогает мумс избавиритес но отра диабета слимибес. Также без витамина D3 не будет формироваться правильно иммунный ответ. То есть если мы болеем, нам очень нужен витамин D3. Поэтому, когда началась пандемия COVID, многие врачи панически всем подряд назначали витамин D3. Ну, уже другое дело, что он неправильно назначен, дозировка или не всем он нужен был, это же другая история. Но есть такая функция витамина D3, как помогать нашей иммунной системе. И также особенно он помогает, когда идут заболевания именно дыхательной системы и есть, например, астма. Вот в этих случаях, если их еще с витамином С совместить, вообще будут прекрасные эффекты. D-витаминс piedalās imūnas sistēmas veidošanā. Tas nemazinā iekaisumu līmeni, bet piedalās svarīgo vielu un šūnu sintezē. Tas arī pozitīvi ietekmē elpceļu stāvokli un mazina astmas simptomus. Также мы все связываем витамин D3 с опорно-двигательным аппаратом. Это является правдой, но от той части, что он влияет на уровень кальция и фосфора, а соответственно наши мышцы и кости тоже зависят от витамина D3. D3 витаминс ietekmē кальция и фосфора līmeni организма, un līdz ar to atbalsta muskuļu un kaulu sistēmas darbību. И еще важный момент, почему я всех заставляю, кто идет на похудение, либо на оздоровление, сдавать витамин D3, потому что он влияет на функцию щитовидной железы, а именно на уровень гормонов. И четко доказано наукой, и я проверила на наших партнерах, что если дефицит витамина D3, падает уровень гормонов, особенно гормона ТТГ. Поэтому, если вы хотите иметь здоровую щитовидку, нужно удостовериться, что у вас уровень витамина D3 в норме. D-витамин arī ietekmē vairogu dziedzera darbību, jo tas ir atbildīgs par hormonu līmeni. Un ja ir D-vitamina deficīts, tad varbūt arī TTG hormona trūkums organizmā. Tas viss ir ļoti saistīts.
Всем ли нужен витамин D3? Конечно же, нет. Нет, нельзя его пить на всякий случай. Точно так же, как нельзя говорить, что у меня с ним все хорошо, потому что я хожу под солнцем. Кому нужно удостовериться, что все хорошо с витамином D3? Это люди, у которых есть ожирение, лишний вес. Люди с болезнями желудочно-кишечного тракта, особенно печень и кишечник, веганы, люди пожилого возраста и люди с заболеванием почек. Ne visiem ir nepieciešams D3 vitamīns un nedrīkst to lietot vienkārši tāpat katram gadījumam. Ir riska grupās, tiem ir tas vitamīns nepieciešams. Tie ir cilvēki ar aptaukošanos, cilvēki ar kuņģa zarnu trakta slimībām, aknas un zarnas, kam cieš vegāni, gados veci cilvēki un cilvēki ar nieru slimību. Уровень витамина D3 зависит от состояния здоровья. То есть вы уже поняли, что должна в первую очередь работать кожа, должен работать кишечник, печень. От цвета кожи темные и светлые имеют уровень витамина D3 совершенно разный. И от географии. Если люди живут под жгучим солнцем, у них темная кожа как защитный механизм, и, соответственно, у них один уровень витамина D3. А те, кто живет там на Северном полюсе, или даже мы с вами, когда у нас большая часть прохладное, неактивное солнце, то у нас будет совершенно другой уровень витамина D3. D3 витамина лимонис ir atkarīgs no veselības stāvokļa, tātad ādai un zarnām jāstrādā perfekti, lai tas vieglāk iesūcās no ādas krāsas un no geogrāfijas, jo cilvēkiem ar tumšu ādu un ar gaišu ādu būs pavisam cits D3 līmenis. Ну и, как я сказала, прежде чем начать принимать витамин D3, нужно сдать анализ крови. Он называется 25-OHD. Почему это важно? Потому что если вы, у вас дефицит, у вас будут проблемы со здоровьем рано или поздно, это 100% я вам гарантирую. А если вам, вы не сдали анализ крови, просто начали пить какую-то дозировку, это тоже неверно, потому что дозировка подбирается сугубо под... тот уровень, который вам нужно откорректировать. И если вы принимаете витамин D3, то перед сдачей анализа вам нужно за неделю до этого прекратить прием самого препарата, чтобы проверить, все ли у вас там хорошо, чтобы анализ был достоверный. Pirms D3 витамина lietošanas jums jāveic asins analīze 25-OHD. Veidojās aknas no neaktīvām D vitamīna formām. D2 un D3, tie ir tā kā depo un transports. Lai normalizētu D3 līmeni, jums jāzina, kā to paveikt un kā to kontrolēt, vai nu lielākā deva, vai nu varbūt arī samazināt. Preparāti ar D vitamīnu lietošanu ir jāpārtrauc 7 dienas pirms pārbaudes. Нормой считается, это когда у вас больше 20, ну, нанограмм на миллилитр, а интоксикация больше 100 нанограмм. Но разные лаборатории имеют свою шкалу референтных значений, поэтому всегда нужно ориентироваться на ту шкалу в лаборатории, в которой вы сдавали. Norma ir 20 nanogrammi uz mililitru un intoksikācija ir virs 100, bet tie līmeņi un norma var atšķirties katrā laboratorijā un jāorientējas tieši uz to, kur jūs nodevat asins. И витамин D3 рекомендуют врачи принимать в форме витамина D2, это растительный либо грибной, или же D3, который вырабатывается в животных или у нас с вами под действием ультрафиолета. Или же иногда совмещают эти два препарата, но витамина D2, если вам назначают, его дозировка будет намного выше, врач вам должен рекомендовать намного большую дозировку, чем витамина D3. D vitamīnu ieteicams lietot D2 veidā. To ražo no augiem un sēnēm vai D3 veidā no cilvēku un dzīvnieku
ada ražota no UV starojuma. Чтобы вы это знали и запомнили, назначают всегда витамин D3 не в каких-то единицах, микрограммах, еще в чем-то, а в международных единицах. И запомните, 25 микрограмм витамина D3 равно 1000 международных единиц. И когда вам врач назначает там 20 тысяч, 2 тысячи, то чтобы вы понимали, сколько микрограмм, чтобы вы могли сами перевести вот эти показатели друг в друга. Lai jūs zinātu, D vitamīns to vienība ir starptautiskās vienības. Parasti ir rakstīts 1000 vai vairāk SV uz iepakojuma. Un 25 mikrogrammi, tie ir 1000 starptautisko vienību SV. Конечно, для разных групп количество витамина D3 разное. Я вам тут табличку вот эту оставлю, чтобы она у вас была на всякий случай. Ну, а мы идем к этой табличке. Šeit ir tabula ar vecumu grupām un ieteicamu dienas devu, lai jūs zinātu, bet mēs tagad runāsim par nākamo tabulu. Что это за табличка? Когда вы получили анализ крови, тут на анаграмм на миллилитр написано, это вертикальный столбик. А вы видите это показание, и вы понимаете, что для того, чтобы вам, например, с 10 единиц повысить до 40 единиц, вас этот показатель бы устраивал, вам нужно в каждый день принимать витамина D3, не D2, D3, 6000 единиц. Значит, если вы возьмете, например, наши капсулки, когда в одной капсулке 3000, то вы понимаете, что лично вам, Тане, там, Инге и кому-то еще, нужно принимать две капсулки вот этого продукта, потому что у вас такой анализ, и вы хотите иметь его другой. Kad jūs nodavāt asins analīzi kopā ar ārstu, jūs varat pielāgot vitamīna līmeni organizmā. Šeit tabulā jūs redzat paredzamo līmeni, kuru jūs gribat rezultātā un analīzes rezultātu. Un arī jūs varat redzēt ieteicamo D3 vitamīna dienas devu. Un, piemēram, ja jūsu analīzes rezultāts ir 10, bet jūs gribat 20 nanogramus uz mililitru, tad ir nepieciešams 2000 tie SV. Tad tas nozīmē, ka jādzer divas kapsulas. То есть, знаете, не может здесь быть, я попью на всякий случай. У вас должен быть показатель вашей крови, и у вас должна быть цель, к какому показателю вы двигаетесь. И отсюда у вас будет решение этого уравнения. Сколько витамина D3 вам нужно принимать, чтобы получить и прийти к этой цели? Tas atkal ir stāsts par to, ka nevar dzert D vitamīnu lietot vienkārši katram gadījumam. Noteikti jāzina tas starta rezultāts, jūsu analīzes rezultāts un to, ko jūs gribat pagūt, kādu gala mērķi, kāds gala mērķis jums ir. Un ar šo tabulu ļoti viegli to izrēķināt. Также важно отметить один момент, что иногда, особенно европейские врачи, любят назначать, да и в Америке также, большую дозировку один раз в неделю. Я против этого, объясню почему. Нам же нормальная реакция нужна на протяжении всего времени, а не раз в неделю. То есть получается, что в раз в неделю мы бахнули, вот как бомбу бросили, с 20 тысяч единицами, и пусть там оно горит и взрывается. Но нам каждый день нужно 6 тысяч, а не один раз в неделю 20 тысяч. Понимаете, в чем разница? Поэтому лучше выбирать дозировку равномерную на какой-то промежуток времени, например, на 3 месяца. Через 3 месяца пойти пересдать анализ, удостовериться, что у вас сработал препарат, то есть он качественно работает, и ваш кишечник срабатывает. Svarīgi ņemt vērā, ka ārsts var izrakstīt D-vitamīna dienas devu vai lielākas devas reizi nedēļā. Īstenībā tas nav ieteicams, jo tā ir tā kā bumba mūsu organizmam, bet tā deva ir nepieciešama katru dienu. Un pareizi ir sarēķināt, kāda ir dienas deva,
3 mēnešus lietot, piemēram, to ieteicamo devu, pēc tam atkārtoti nodot asins un paskatīties, vai preparāts ir kvalitatīvs un tas strādā, un vai strādā jūsu zarnu trakts. Ну, а если вы пропили хороший препарат, пошли сдали анализ, а у вас там не сильно что-то поменялось, но препарат был хороший, то о чем это говорит? Что у вас не работает кишечник. И куда нам с вами нужно? На программу микробиом, чтобы восстановить работу кишечника, и после этого мы беремся снова за витамин D3. Jūs zināt, ka preparāts ir kvalitatīvs, bet jūs nesasniedzat savu to vēlamo rezultātu, tad jūs varat saprast, ka ir kaut kādas problēmas ar zarnām. Un tad jums ir ieteicams lietot mikrobioma komplektu, lai uzlabotu mikrofloras stāvokli. В нашем ассортименте очень много продуктов с витамином D3. Сначала хотела их написать, а потом подумала, а зачем? Их и так почти каждый продукт содержит витамин D3, только в разной форме, в разной концентрации. Например, сет женский содержит, коллаген Проплекс содержит, колострум содержит и так далее и тому подобное. То есть продуктов у нас с витамином D3 много. Mūsu sortimenta ir ļoti daudz produktu ar D3 vitamīnu, un sākumā bija doma tos visus uzrakstīt, bet īstenībā nav jēgas, jo ļoti daudzos sastāvā ir kaut maziņa, bet tomēr kaut kāda D3 vitamīnu deva. Сегодня мы с вами остановимся на двух продуктах. Я вам нарисовала три. Которая реально является чистым витамином, мы уже сегодня о витаминах с вами говорим, это витамин D3 капсул, витамин D3 гумис. И у нас еще есть витаминно-минеральный комплекс, это витамин D3 плюс кальций, это healthy bonus. Но о нем мы будем с вами говорить уже на следующем уроке. Мы сейчас поговорим о тирем препарате, о тирем 3D3 с витамином. Tas ir D3 kapsulas, D3 gummies un healthy bones, kur vēl klāt ir kalcijs. Витамин D3 капсулы, витамин D3 гумис, чем они отличаются? В капсулах и в гумисах у нас является чистый витамин D3, только капсулы у нас желатиновые, поэтому данный продукт веганам мы уже не порекомендуем, тогда как гумисы у нас пектиновые конфетки, очень классный продукт, именно потому что он на пектине, и можно не только веганам, и деткам и так далее, это еще плюс дополнительно среда для развития микробиоты. Это очень-очень классный момент. Ko atšķirās kapsulas no gummies? Kapsulās ir želatīnas, to mēs vairs nevaram ieteikt vegāniem, bet gummies ir pektīna konfektes, augu izcelsmes, un pektīns arī ir ļoti laba sastāvdaļa mūsu zarnu mikroflorai. Скажу вам точно, что гумисы содержат растительный витамин D3, а вот какой в капсулах вам не скажу, на этот ответ мне никто не может ответить на этот вопрос, да, но точно вам скажу, что в одной капсуле витамина D3 3000 единиц, а в одной конфетке 400 единиц, но дневная норма гумисов, конфеток, да, у нас две конфетки для взрослого, поэтому если мы говорим о взрослых, то между этими продуктами разница в том, что в капсулах будет намного больше, 3000, а тут нужно две конфетки, чтобы получить 8000. Vid D3 gummies, D3 vitamīns ir augu izcelsmes, un ir atšķirība devā, jo kapsulā ir 3000 SV, un diennakts deva D3 gummies būs divas konfektes ar 800 SV. И такой еще тоже момент, что, например, как правило, для корректировки дозировки назначают большие дозировки, там
3000 это минимум, 6000, 9000 и так далее. Поэтому вы всегда выбираете вид D3 капсулы, если у вас реальный дефицит. А если это ребенок или вы просто хотите поддержать уровень витамина D3, то вам достаточно будет гумисов. Я бы даже сказала, что гумис это реально детский продукт, а капсулы это реально взрослый продукт. Но иногда деткам назначают и большие дозировки, поэтому если ребенок глотает капсулу, то лучше, конечно, капсулу, там витамина D3 будет больше. Но если детки не любят капсулу, то вы можете просто увеличить дозировку желеек, там 3 желейки дать, это уже будет 1200 единиц, да, или там 4 и так далее. То есть в одной конфетке 400 единиц, а сколько вам врач назначит, вы уже можете эти конфетки пересчитать. Var teikt, ka D3 gamijas ir vairāk domāts bērniem, jo tos vieglāk lietot bērniem. Un arī runājot par Devo, vienā kapsulē ir tiešām daudz to SV. Un ja, piemēram, cilvēkam ir deficīts, tad ar kapsulu vieglāk būs normalizēt D3 vitamīnu līmenī. Bet dažreiz arī bērniem izraksta lielāku D3 devu, bet tad jūs varat vienkārši zinot, ka vienā kapsulē ir 400 SV, jūs varat vienkārši saskaitīt, cik daudz želejveidu konfekšu ir nepieciešams vienā dienā. Ну и тоже важный момент, еще раз вам напомнить, я вначале сказала, что все витамины являются тониками, но иногда люди, у которых есть проблемы с работой щитовидки, например, усохшая щитовидка, узлы на щитовидке, гормоны упали в щитовидке, или наоборот, высокий уровень кортизола, гормона надпочечников, стрессовых гормонов, то либо просто гиперактивные, нервно-возбудимые, то тогда принимайте витамин D3 утром или в обед. Потому что это будет вас еще больше вводить в состояние бессонницы, особенно когда щитовидка. А все остальные, ну, в любое время, главное во время еды, потому что витамин D3 – это жирорастворимый витамин. Если мы говорим о капсуле, то сразу после еды желейка точно так же. Ребенок покушал или вы покушали, и желейкой закусили. Вкусная конфетка с пользой. Runājot par to, kad labāk lietot D3 vitamīnu, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ja jūs ciešat no bezmiega, nervu aizkustinošs esat vai hiperaktīvs, vislabākais laiks vitamīnu lietošanai ir no rīta vai pēcpusdienā. Bet visiem pārējiem, kuri jūtās labi, nenervozē bez stresa, jebkurā laikā galvenais ēšanas laikā vai pēc tam, jo vitamīns D3 ir taukos čīstošs vitamīns. Ну и как в фильме красивых пишут, да, to be continued. У нас будет продолжение этой темы уже на следующий раз. Сейчас я готова ответить на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, в том чате, где QA, ну, есть вопросы-ответы. И пока вы пишете ваши вопросы, если они у вас есть, я вам дам домашнее задание. Домашнее задание номер 3, которое вам нужно будет выполнить до 7 августа. Это опять у вас будет работа в соцсетях. Вам нужно написать пост о двух самых главных витаминах С и Д. Можете так его и начать, этот пост. Какие самые важные витамины, по вашему мнению, есть? С, ну, ответ будет С и Д. И кратко из того, что вы поняли, там, опишите, создайте проблему. Я не знаю, в каком формате вы будете писать свой пост. И в конце должно быть предложение наших продуктов. Продукты D3, витамин С липосомальный, или один продукт какой-то вы предложите. Но суть в том, что самые главные витамины в нашей жизни – витамин С и витамин D3. Вот все, что вы услышали сегодня на этом уроке, вы обязательно можете трансформировать в пост. Я уверена, что это вам принесет клиентов какие-то новые интересные вызовы. Ставьте хэштег всегда NutriCodeSchool, чтобы мы понимали, что это ваш пост. Ну, если хотите нам облегчить задачу, то можете в группу прислать ссылку на ваш пост, чтобы мы видели, что ваше задание домашнее выполнено, чтобы мы вас не искали. Ar šo tēmu mēs vēl runāsim nākamajā nodarbībā.
tas stāsts vēl turpināsies par tīriem vitamīniem un minerālu vielām. Tagad jūs varat uzdot savus jautājumus tajā Q&A čatiņā. Un runājot par nākamo mājas darbu, par jau trešo, tas ir jāizpilda līdz 7. augustam. Jāuzrakstā posts par diviem svarīgākiem vitamīniem C un D. Un jūs arī varat tā arī uzsākt to savu postu, kas ir svarīgākais vitamīns, tas ir C un D, un izstāstīt jebkura formātā, jebkādā veidā. Un noteikti ieteicāt pēc tam tos produktus ar C un D vitamīniem. Un neaizmirstiet izmantot arī hashtagu NutriCodeSchool, lai mēs jūs varētu viegli atrast, un jūs arī varat tajā Telegram čatiņā ielikt linku, lai mēs jūs viegli atradam.